и что-то вступил. А, я монетку не использую. Ну ладно, использую потом. Аккуратно, здесь всякие ловушки стоят. Для таких, как я, которые говорят, говорят и вступают в эту хуйню. Так, теперь мы можем открыть вот это. Ку-ку, что там? Вау, а их так мало, всего лишь две пульки. Ну, можно и так пройти. Хорошо, что через ПНВ мы видим, где мины стоят. О, у нас есть ноги. Блять! Это немножко другая, это не лазерная, это была на нитке. И я в последний момент заметил ее. Ты все равно вступил. Это же так кинематографично было. Локас? Нет? О, бля, а что это? О, говядинка, я помню ее. Что у нас тут? Не такой уж это и страшный. Хорошо, что он с двух пуль останавливается. Теперь, получается, двигаем вот эту вот. Такая себе простенькая загадка, которая решается на раз-два. Ага, понятно, почему мы теперь задвигаем сюда именно. Ну и там будет дверь заперта с другой стороны. Потому что мы себе ход перекрываем. Какой прикольный манекен. Вперед, не герой. Блять, Лукас это местный Джокер, блять. Так, а там что я открыл? Там же должно что-то лежать. Кроме зомби. Да, кроме зомби здесь никого нет. Ну не зомби, а этого. Или ни хрена. Так, ну эта дверь пока не открыта. О, старый знакомый. Патроны. Инъекция. Это кто? Это монета. Тоже мне схватишь за руку, да? Нет. Ау! Фух. Ну ж, конечно, прикольно. Но надо попользоваться. Ну! Я, как и вы, ни хрена не вижу. Просто махаю. Так вот чем Крис стрелял-то. Ну, в смысле... Для этого... А, ну, боссов в конце мы валим. В оригинальной части. Вот этими патронами... Теперь нам придется опять локации бегать. Те же самые. Потому что в каждой локации, где я находил какой-нибудь прибор, там была такая же дверь. Так, тут надо аккуратнее, потому что может быть еще и другие типы растяжек. У-у-у. Оптическая иллюзия. Эй, ты в порядке? Ох, ёпт, кто, дед?
Держись. А кто там я есть? Я иду. Самому бы тут, блядь, не задеть-то. Мне кажется, если я задену одну, то взорвется все, вся комната. Ты теперь не шкаф, ты теперь можешь проникать везде. Кажется, мы упадем, чувак. А он мертвый. Дать тебе палочку. Маркес? О, зря ты так, Крис, старина! Что за... Пора помирать, Крис! Блять! А Маркиз живой? Мне интересно. Ну, он был живой хотя бы. Бля. А мне надо было что-то нажимать? В смысле? Так нельзя было делать? Спасать союзника, не обезвредив ловушки, довольно неразумно. Осмотрись на крайне возможной безопасности. А-а-а, так вот оно все. Эй, ты в порядке? Ну откуда мне Держись. Было знать, что эти ловушки недовольны будут? Начнут тут светомузить. Это я должен был знать. Go sail it slowly. Нет, подождите, я пока трогать не буду. То есть что-то не так с ловушками. А, вот эти ловушки, в которые я вступил, да? Может, тут есть кнопка? Да, тут есть кнопка. Если ты хочешь убить, никогда не делай переключателя. На отмены всего. Эй! Эй, ты живой? А, теперь живой. Да, это ты. Спасибо. И я уж было решил, что нас тут бросили. Чувак, у тебя тоже есть ошейник. Думаю, мы сможем выйти здесь. Этот Лукас просто ебанутый. Даже не знаю, кто хуже, он или эти твари. Валим отсюда. Да, мне кажется, ты, чувак, просто не выживешь. Здесь мы сможем подняться. О, сука! Нет! Не может быть! Ёбаный в рот, блядь! Сними с меня это! Нет! Сука, не по правилам играешь, не по-честному. Не знаю, как тебе, Кристофер, а мне чертовски надоели эти игры. Три человека, Лукас. Из-за тебя погибли трое моих солдат. Все закончится здесь и сейчас. Я так не думаю. Через минуту мертвых солдат будет четверо. Сперва ты не успеешь, а потом подохнешь. Сукин сын, а? Побежали. У нас минута. Так. А, нет, 10 минут. У нас тут проблема. Мы в курсе, Крис. Вернись в центральную пещеру и жди дальнейших инструкций. Не подведи меня. Ты же сказал минута, а тут 10 минут. Так, всех я не перебью, но хотя бы покоцаю. Открывайся. Блять, еще ни хрена не видно. Так, вернулся. Крис, хорошие новости. На видеозаписях первого отряда, сделанных неподалеку, видны емкости с жидким азотом. Попробуй обезвредить бомбу, заморозив ее. Где они находятся? В складской зоне на рабочем участке. Иди через красные ворота. Ага. Там как раз дверь была. Давай. Пошел вон. Да это болит и просто говно. Давай. Блять, ну ругай это.
сколько у меня патронов? Зона-то безопасная, но... Таймер, блядь! Не ссорить безопасности. Ага, это где-то там. Вон он, жидкий азот. Кстати, у меня есть один патрон. Чтобы убить ту тварь, которая там большая ходит. Теперь не ту тварь. Ну вот чё, у меня нет патронов. Слышь? Спидран, Вася, ран. Блять! Я открыл дверь, да? Твою ж мать! Вот это вот не было неожиданно. Ладно, сейчас попробуем еще раз. Нет у меня этих патронов. Только один патрон. Ладно, мы его... Типа, блядь, не туда. Мы его сохраним. Пока что. Какая там кнопка? Вот, отлично подойдет кнопка. Ой! Закрывай это говно! Он еще за мной ходит. Не забывать. Ага, мне слишком много патронов дают. Аля! Ну и кто там? Как мило. Я промазал! Ой, шикарно он покатился. Перекати пухли. Ты меня тут своим прессом решил задавить? Это был последний патрон, мудак. Что теперь делать? Мы его не убьем. Доставай. Гори. Да не рыгай, а гори. Что мне делать теперь? Я же его не убью. У меня нет патронов нужных. Может с них патроны выпадают? Нет? Гранаты хотя бы взять. Да, гранаты помогают, не сильно. Что-то ему в мозг надо резать.
Не, это не поможет. Ты умер, скотина. Цель уничтожена, Крис. Теперь найди Азот. Хорошо. Можешь не напоминать. Азот, Азот. Интересно, получится? Скорее, Крис. Ну, была не была. Пизды. Получилось. Сними бомбу, пока не оттаяла и не перезапустилась. Твою мать! Ты в порядке, Крис? Да, в порядке. В порядке. Ну что, Лукас? Остались ты да я. Да, теперь только остался Лукас, тварь. Крис, за проходческим щитом есть помещение. Лукас? Возможно. Попробуй туда пробраться. Есть. Интересно. Он будет в качестве какого-то босса? Ну, типа там, мутирует какую-нибудь бяку, как обычно. Каноничную бяку. Давай! Это все мои патроны. У меня еще есть флешка. И один, и одна инъекция. А также самое, можем использовать... Чего, блядь? А мы еще можем использовать этот, медальки, чтобы открыть. Получить инъекцию чуть-чуть скорости, по-моему. А, здоровья больше. Оп. Мы заберем. Мне спасибо. Еще сюда вставим. Ну и я там медальки не нашел. А как же мне теперь открыть ту кнопку? Что там ставить надо? У меня ж не мог ключа. А, вот ключ. Врата открываются. Блять, это же бур! Так и надо? А, вот туда надо бежать. Наверное. Какая она огромная эта херня. Раз мне тут патроны дают, значит еще и все. А ну-ка, стоп. Секундочку. Так, продолжим. Что-то так темно. Кристофер, ты все еще с нами? Впечатляет, дружище. Очень впечатляет. Посмотрим, насколько сильно ты можешь впечатлять. Блять, что-то сверху? Оп. Пошли вон. В загнутом пространстве. Блять, промазал за тебя, козел. Да и за тебя тоже. Отпусти!
Каждому, каждому. Может, ты способный? Может, просто везунчик? Что скажешь? Мы это проверим. Ай-то... Сколько у вас еще? Ты тормозишь, Кристофер? Я тебя почти сцапал. Как думаешь, сколько еще ты выдержишь? Ты Эвелина мертва, откуда эти херни вылазят? Они тупо спамят. Два рыба, вы чё? Их обязательно валить? Да, еще патронов даю, значит, обязательно. Эх, гранат нема. Вот сейчас гранату не кину и успокоится. Почему они такие настырные? Умри уже! Один умер. Он должен сейчас взорваться и унести с собой второго. Давай! Нет? Задолбал! Сдохло наконец-то. Я к тебе симпатии не питаю, сучара. Знаю, знаю. Я совершил ужасные вещи. Страшные вещи. Убил твоих людей. Зверски их пытал. И я наслаждался каждым мигом, солдатик. И буду наслаждаться, глядя, как ты горишь. Блядь! Ты слышал? Кажись, у тебя время на исходе. Тик-так, Кристофер. Тик-так. Если хочешь убить меня, то убей. Угу. Но ради бога, закрой ебало. Я бы рад поглядеть, как ты горишь. Но, увы, у меня другие дела. Бывай. Блять, да как же оттуда, здесь выйти-то? А эта решетка поможет? Твою мать! О, это подается. Еще немного. Вперед. Нас еще поджарить может. Черт. И что за липчик? А, это каски.
Еще не все. Крис, ты в порядке? Да, в порядке. Мы только что перехватили сообщение от Лукаса. Слушай, Амбрелла и Редфилд больше не помешают. Я потратил на них время. Им это обошлось гораздо дороже. Я доставлю вам данные, а потом до свидания. Он думает, что я погиб. Это наш шанс. Кому он послал письмо? Мы работаем над этим. Займись Лукасом. Держи меня в курсе. Это все. А кто там нам помогает-то? Это какая-то лаборатория, что ли? Так, возьмем пистолет. С тремя патронами. Как там вам живется? Что это такое? WM-202. Как звучит-то? WM-201. Не хочу я сюда. Подожди. Там опасно. Что у нас тут наверху? Тварь, а? Патрона-то нету. Ну ладно, нож. Перо под ребро. Сдох? Как же меня достал этот Лукас? А, не тот, кто начинал главный исследователь, должен... Не хочу читать уже. Утомляет. Лучше пистолета. По крайней мере, для меня ничего нет. Отлично. И еще подробно. Здесь закрыто. Лукас. Лукас. У тебя нет слуха. А, боже, какого хрена? Блять! Лукас! Сука, убегает. Ах ты ж, блять! Ага. Так, что тут можно еще взять? Отмычка. Вот пролет. Ага. Ну все, побежали? Что в ноутбуке? Ситуация немного вышла из-под контроля, но я все уладил, отправляя данные по серии Е. Это не займет много времени. После этого я ухожу. Так, все, продолжаем, а то... Что-то не обратил внимания, сколько у меня памяти. Какого хрена ты еще жив? Почему ты не сдох? Мы перехватили твои сообщения, и мы знаем, что ты сливаешь информацию. Это не твое собачье дело, Крис. Многих людей интересует наша маленькая Иви. Очень многих. Твои друзья из соединения в курсе? Вряд ли они простят тебя за это. Это мои проблемы. Предоставь их мне. У тебя и так забот не в проворот. Блядь, откуда ты появился? Не могу. Я не могу поверить. Поверь, все кончено. Нет. Нифига! Лукас, заткнись и смирись с этим. Тебе только это нужно? Да, он тоже мутирует. Лицо. Так вот, что при этом чувствует. У нас тут проблема. Заражение достигло критического уровня. Скажи мне что-нибудь, чего я не знаю. А, я вот что скажу.
тебе, пиздец! Действуй с осторожностью. С особой осторожностью. А, это что-то новенькое. Можно подумать, я тут прогуливался. Эй, что, черный кран долго будет? Ебануться. Так это опухоль какая-то. Лукас, это ты? Ой, а ты родился? Решил прийти сюда и все испортить, да? Я так понимаю... Вау! Да, босс довольно... крепкий. Сам такой, от пидора слышал. А может его другим тип патронов стрелять? Вот этим? Как тебе такое? Давайте пока не будем тратить. Возможно, здесь какой-нибудь антидот есть. А, все понятно. Ну, почти. Его надо... Сука! Моя голова! Моя голова! Что делаешь? Газики какие-то пустил. Уровень спорта зашкаливает. Убей эту тварь, пока кислород не хочет. Спасибо за совет. Кислородная станция готова. Какая станция? Где? А, вот она. Ну это потом мы завезем. Блять, перезаряжай. Все-таки лучше. Ку-ку. Пошел нахуй. Того же мнения. Кислород скоро закончится. Блять. Как же тебя тут изнасиловать? Кислорода мало. Так, кислород надо взять. Кислород. Запас кислорода исчерпан. Дождитесь пополнения. Косой! Блять, сколько у меня патронов-то на дробовик. Когда сдохнешь-то? Готов Кислород, кислород, блять, встать, встать! Кислород, кислород! Твою мать, мне сейчас кислорода не хватит! Да и да и жизни тоже. А он только в одном месте или в двух? Это я не сообразил. Че, нам придется заново теперь заставку смотреть? Вы че? А, нет. Я рождение вижу. Решил прийти сюда и все испортить. Да. Раз, кислород. Ну, а, в двух местах. Да. Ну,
пойдете. Нормально, жить будем. Уровень спорта зашкаливает. Убей эту тварь, пока кислород не кончился. Спасибо за совет. Кислородная станция готова. Куда-то полез. Готов сдохнуть. Кислорода осталось меньше половины. Запас кислорода исчерпан. Дождитесь пополнения. Не перезарядка, ублюдок. Давай, осталось чуть-чуть. Скоро солнце сядет и наступит ночь. Все? Я победил. Игра окончена. Наконец-то. Крис, передача данных почти завершена. Как ее остановить? Тебе надо как-то выключить сервер. По идее, там есть трансформаторы, их можно... Ладно, и так сойдет. Наши компьютерщики разозлятся, но... Какая досада. Доложи обстановку. Объект зачищен. Нейтрализованы даже новые виды монстров. Значит, мне пора. Стена по периметру продолжает работать. Отлично. Мы хорошо сработали. К сожалению, погибли люди. Но плесень не попадет наружу. Надеюсь, это были последние жертвы Иви. Надеешься? Крис, тут тебе звонят. Возвращайся на базу. Ладно. Уже в пути. Все, помянем Бейкеров. Кеда драйв. Так, тут сцена после титров есть, как Марвел? Не Resident Evil, Biohazard. За час 11 прошел. Перезапуск 4, древние монеты 5 из 10, получено папок 7 из 9, открытие ящика. Один раз, отражено атак 2, использование лечебных средств 11, использование стабилизаторов 0. Вот так вот. Ну, в общем, ребятки, на этом я буду заканчивать. Всем спасибо, кто смотрел. О, сложность профессионала, это будет довольно интересно. Предмет молотора, прицел Б. Что за предмет молотора? Ну, это мы уже узнаем в другой раз. В общем, а всем спасибо за просмотр и увидимся в скором. В Resident Evil 2. Пока!